Станция Белозерская. Белое озеро. Моросит мелкий дождик.
пошли на север. Это грибы сыроежки.
Че, туда направо не пойдем, вон туда? Сюда пойдем, да? Сюда север? А там был виден просвет где-то. Вон он, справа где-то. За деревьями справа просвет виднеется. Да, вон виден просвет. Близкое увеличение нам ничего не дает понять, что там. Возможно, это стратегически военный засекреченный объект. Перед нами задача найти место для того, чтобы пообедать. Да, надо узнать, что это за просвет. Сколько время? Час. Час. Сколько у нас? У нас 12:52 время. И это ходим. И сколько мы уже ходим? 2 часа. Больше, конечно. 3 часа ходим. Ну-ка, раскрой-ка пакетик, посмотрим, много ли там набрали-то. Да, немножечко ходит. Да, витки видим. Пойдем узнаем, что за просвет там. Он слева где-то. Вон он, просвет-то где, вон он. Вон просвет-то где. Вот и просвет, который интересовал нас. Что видим? Видим поле. Лисички.
Так, а мы посмотрим на поле. Полянка. И, конечно, остатки человеческой жизни. Цивилизация. Где там он за елками скрывается? Вон он. Папань, за елками, вон где скрылся. Он делает, видишь, грибы ищет. Там поганки собирает. Ну, ты же не кружанешься, куда ты кружанешься? Ты поганки в сумку не сыпь. Только поганки не надо собирать, лисички. Я вижу, что это поганки, вон там. Там вообще ничего нету. Он нам голову морочит, там грибы какие-то. Нет там грибов. Ну и где грибы? Ну, отвернулся, я же говорю, нет гриба, палку поднял. А дело лишь это гриб. Это нифига не гриб. Нет, гриб что-то кладет. Ну, это поганки, наверное. Я вполне уверен, что это поганки. Он собрался нас накормить поганками. Я что, отвернулся? О, набирает что-то. Деньги валяются, доллары. Собирает. Покажи грибы-то. На руке покажи. Покажи его, не клади в сумку. Так. Так, куда ты в елки-то там залез? Где-то там елки прячешься. Снимаешь или не снимаешь?